Балахне остановлен незаконный оборот наркотиков. Местные полицейские у одного из домов на улице Дзержинского задержали подозрительного 28-летнего молодого человека. В ходе личного досмотра задержанного был обнаружен изъят сверток с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством героин общей массой около 2,5 грамма. У подозреваемого были обнаружены не только наркотики, но и чек о переводе денежных средств. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту, по признакам преступления предусмотрена часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое может получить подозреваемый, 10 лет лишения свободы.